До 25-ї річниці незалежності нашої країни відомі миколаївці поділились спогадами про те, якими вони були у свої 25 років. Керівник Миколаївського єврейського товариства Михайло Гольденберг у свій поважний вік встигає робити декілька справ одночасно. Кожен його день розписаний похвилинно, і це неймовірно радує Михайла Давидовича. А ось у далекі 70-ті роки він мріяв зовсім про інше. Для меня, как для 25-летнего, было две стороны жизни. Это работа и свободное время. А почему я говорю о работе на первом месте? Потому что все-таки по общей хронологии, хронометражу, конечно, работа забирала основное время. И на фоне вот той вольности, той студенческой свободы, в которую мы все, я имею в виду поколение мое, были погружены во время занятия в Корабостроительном институте. Вот это вот попадание в стены ПКБ «Прогресс», где я провел около 25 лет жизни, конечно, это было даже поначалу шоком. То есть как вот эта всю жизнь в этих стенах с полдевятого до пяти, но хотелось опять-таки вырваться на свободу, на волю. Как нам это удавалось, вы знаете, не поверите, может быть, но в обеденное время, а ПКБ «Прогресс» находился на углу Пушкинской и Потемкинской, мы успевали пройтись к Дикому саду, моста еще тогда не было, не было набережной, было просто вот речное побережье открытое, успевали скупаться, отжать плавочки и вернуться в ПКБ, закусив это все бутербродом и чаем.